Идеальная чистота, необычные архитектурные композиции или большой огород. Каким должен быть участок, чтобы получить звание «образцовый дом»? За эту награду боролись 16 первоуральских семей. В частном секторе сегодня весь день провел Алексей Вербицкий. Рашид Булатов – кузнец комфорта. За полгода научился из железа делать вот такие южные композиции. Беседку в саду украсил гроздьями винограда и цветами. Теперь на заснеженном огороде они смотрятся особенно причудливо. Сейчас к беседке осталось прикрепить крышу. Оранжевым этим поликарбонатом покроется. Угу. Что вот у нас на Урале-то солнце мало видим. Всегда внутри солнечной погоды, чтобы... Рашид – участник конкурса «Образцовый частный дом». В Первоуральске подвели его итоги. Оценивать претендентов начали еще летом. Депутаты, сотрудники администрации и пожарные постучали в 16 частных домов. Их интересовало все – от палисадника и фасада до огурцов в ванне. Когда на доме висит табличка «Образцовый дом», то это очень показательно и для других соседей. Я думаю, что они будут смотреть, как стало хорошо и красиво у соседей, будут благоустраивать свои дома, и наши улицы станут краше. По 5 баллов конкурсантам начисляли за каждую творческую задумку. Например, вот за такую детскую площадку прямо в огороде или за оригинальный водоем рядом с домом. Во дворе обустроили колодец, он декоративный, воду из него не пьют, зато вот механизм, как мы видим, работает, а летом он еще и служит фонтаном. Победил дом на магнитке. Его хозяин Рашид Булатов получил в подарок одеяло, зимой пригодится, и табличку с надписью «Образцовый дом». Теперь ищет, куда бы ее прикрепить. Алексей Вербицкий, Дамир Харисов, новости, Первоуральск.